Кто-то ходил здесь? А, давай сейчас его пугнем. Давай, готов? Раз, раз, да. Два, три. Пожалуйста, еще один сидящий чип. Сейчас бы не была на мне каска, я бы сейчас сдох уже от очередной крысы. Понимаете, да? Прикол рыси в чем? Можно мне звук вернуть? Спасибо. Ты левел тут сидишь, 17-й. Так и думал. И сидит, не шевелится просто, бля. Беспротивная повязка, видите? Беспортсмены, бля. Ты не умираешь? Дядя, блин. Там на мосту еще один. Ой, грена летит. Быстрее давай, хильну. Видел тебя. Сейчас, погоди, челик, секундочку. Я думал, ты умер. Броник 0, кстати. Перечь. Четвертый уровень. Вот эта М, кстати, которая стреляла. О, слип новый. Нашел. Так, Евгений, здорово. Добрый вечер. Готов, если что. Я тоже? Пойдем. Да, не регает патроны, походу, эти. Убил типа у нас в яму. Кого убил? Кьюка. Очень много они вкидывают. 545. Нереально много. Че, опять сломали их? Да, походу, сломали. Я сомневался в том рейде, но нет, в этом рейде точно.
Май. Шала. Понял. Это не решало. Двое. Это не решало. Один я минус. Отошел. Ага. Я отошел. Право обхожу. Убил? Убил? Да. Два минус. Че ты? Типа да. Лутаю. Хотя нет, они наубивали уже этих здесь. Потоп. Ты ходишь? Да. Видели фокусы чат? Смотрите, оба. Оп. 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 Классно, да? Нету эм оглушенных. Значит, у нас еще эм где-то. Вот сидит. Я запрыгнул. Поля сидит, убил меня. Где? Пристрой на первом. Где конкретно? Пристрой на первом, прям вот выход. Выход, где запрыжка, да? Да, да, да. Он не шевелится, видишь? Вот он не шевелился, я его не слышу. 62-й патрон. Yes, то есть тут бот сидит и челик сидит. Да. Лову. Нет. Прыгиваю. Аккуратно, сразу смотри туда. Ага. Базарит бот. Решала. Моя грязь еще была. Я теперь гранат набрал. Теперь ты меня понимаешь? Да, да, да. Ты на втором? На третьем. Ты всех там убил, что ли? Нормально так зажал. От души. А чё? Как Аня учила. Пристрою на втором. Ребентон считает. О! Сапёр. Сапёры в катке. Это он, походу, на вот этих юсеков дальних справа пошел обходить горочку. Да-да, видимо. Там же проминировано. Перед нами стоит. Чего? Блять. Советская каска 61-й патрон задефала. Да он крякнул. Он крякнул, я знаю. Где он? За камнем сидит. Да не сидел, да. Кажется, это не он взрывался. Он же крикнул, да? Когда я стрельнул. Крякнул, ведь. Крякнул, да, 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 то есть. Неужели реально ему настолько вот свезло? То есть какой шанс у советской каски задефать 61 патрон вообще? Хз. Но он с жгутом стоял, то есть ты ему походу попал в каску тяжелое повесил, что ли, что-то не понял. Не знаю. Блять. Будто коты, бля.
Ни разу не испугался, наверное, да? Вот что он стоял. Каска у него в ноль убитая вообще. Вот что он стоял, походу. Походу, да. У нас босс на локации, походу. Йолер! О, ты ж... Насыпь, по-моему. Да, похоже на то. Пойдем туда, наверное, пройдем сразу. Второму платненько. Насыпь дорогу посмотрим. Палимся. Они же тоже грант кидают, вроде. Попробуем пройти дальше. Убил наверху, снайпер лежал. Чувака. Скала? Да. Орел, думал, показалось. На тропе у нас этот Мьёльнир стреляет. На дикого идем. Подожди, подожди. Я примянком подтянулся. Ими пока играю. По мне! На гранате. С тропы, да-да, я слышал. Дал гранаты, блин. Закрыт от меня. Я его не вижу. Я в говне, мягко говоря. Тоже пока что. Дал хае. Я поджимаюсь. Я дал хае. Она... Это сервер, забей. Она от воздуха отскочила. Я на диком. Я левее ухожу. Под насыпь. Пошли, вернемся. На скале еще у тебя черик. А, ходит на скале, снайперка. Видишь? Да. Сел. Нет, не сел. Скажи, как готов будешь. Сколько, 250, по-моему? Ну, примерно, да, такое. Да, или можно просто не рисковать, обойти через антенну и убить его. Можем 100%. Убить его. Ладно, давай сейчас его пугнем. Давай, готов? Раз. Раз. Да. Два. Три. Готов. Ком-то убил его. Да-да-да. Давай по тропе пройдем. Да. Подойдем к ремянкам, посмотрим открытый. И уйдем тогда наверх на антенну, потом на камень. Может быть, Мьёльнир себя проявит уже где-нибудь. В ангаре внутри. Два. Или один. В крытом? Да. Вижу. Блядь, сел так. Развернись. Сейчас развернется мой сторон. Ага. Два было, уверен? Показалось. Возможно, один. Он с ремингтоном. А тут бахала СКС-ка и какой-то полуавтомат или типа того. Давай временки чекаться. Скачь на временки. Первый никого, наверху бот. Сидит крыса. У тебя? Да, сидит. Сюда. Моей чистки. Вот она М-ка. Я говорю, тут что-то такое стреляло. А, ну вот. Мачка здесь. А вот здесь патрон, и он походу этого штурмана распаковал. Да. Шел. Кто нас всего там приложил, еще там прикольно смотреть. Мой выстрел был первый. Ну и чей выстрел был последний? Мой! Нет, вообще-то я стрелял первым. Я его с ремингтона. Он где. Это где это было вообще? Это вообще на выходе туда, на дальнем. Mm-hmm. Ну тут, короче, вот у него ППшка, которая стреляла, и ремингтон. Mm-hmm. Блять. Чё? А, этот бот, ладно, хорошо.
Думал, тут три? Да. В смысле, собранные, блядь. А, вот этот его собрал, наверное. Не, ну лежат они, конечно, красиво, тут вопрос нет. Бастард! Хороший рейд. Жалко, Черик с Мюллером убежал, конечно. Картинка 30 FPS? Да нет, 60 тоже. Господи. Всем в голову, кстати. В плейлистах. А вся эта музыка есть, ребят. Так что мапа красив. Спасибо, Отморозыч. Кто-то ходил здесь? Оооо! М1А! Ой, капец, спавны. СКС-ка победила М1А. Как вам такое? Как бы топовый полуавтомат против СКС-очки. А, топовые патроны, кто бы сомневался. Мертвые боты. Значит, вот он ходит. Не пойму, он в комнате или у меня вот тут? В комнате, походу. Он в туалете стоит. Get down, grenade! Нет, это рейдеры. Документиков нету. Теперь можно. А с Черик с той стороны. Маленький левел, наверное. Сориентировался, что я прямо здесь у него стою рядом. Герой. Хотя так-то нет. Нормальный уровень. Смотрите, как бы профессиональный игрок Таркова, я сейчас должен занять позицию, чтобы ждать его на выходе. Потому что он оттуда по-любому будет выходить, правильно? Вот там дверь, вот там. Он ходит, видите? Я должен занять позицию и его ждать, пока он выйдет, чтобы его убить. А мне такое так не нравится. Спокойно.
Ну это такая карта. Интересным геймплеем вот таким. Там его еще хер зарашишь, потому что дверь-то одна. Ему достаточно просто целиться в дверь. Опа. Упростил мне задачу. Челик. Он еще один сидит. Но этот теперь точно оттуда не выйдет. Этого точно надо идти рашить теперь. Стоит на меня смотрит. Уголок. Give up your pen! Какой ты молодец. Как, приятель? Они-то и убили всех на локации. 40-е уровни. Что? Это спавнится здесь такое? Одуреть. Вы поняли? Это теплак. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.